Посмотрим, почему. Потому что у них очень приличная трудность была 6.4. Не дотягивал он до того же Верняева 6.5. Но близенько, как и вспомнил. Здесь уже от правок зависит. Я бы не сказал, что самолет класс, да. Ноги низковаты. Видите, да, линии, что на первом самолете, что на втором самолете, далеки от идеального. Ну, как раз то, о чем мы говорили. Хомы вперед, согнувшись в горизонт, то есть динамику в статику, как связка, и уже ходит. Знаете, я вспоминаю все время Олимпийские игры, что, причем любые абсолютно. Когда там идет борьба, чтобы кольца не шевелились. Где-то первый раз такое еще. Ну, на кольце, в принципе, может, да, сложно упасть. Не принято. Да, если только на соскоке, а посередине комбинации, да, на таком уровне со мной редкость. Но, тем не менее, вот теперь мы с вами видели все. Жаль. На самом деле жаль, потому что, ну, для любого гимнаспадения это неприятно, потому что для спортсмена, который профильно выступает, как специалист, это совсем нехорошо. Явно ему силы не хватило. И сам уровень, он смотрится не только вот когда кольца ходят, не ходят, качаются, не качаются. На олимпиадах за это просто дерут постоянно. Десятка. Ну, на олимпиадах какая борьба идет у них? По сотам? По сотам, или когда появляются представители на кольцах сборной команды Бразилии, например. Да что ж тобой такое? Со спортом решил почудить и еще набавить. Да. Не пошло. Не пошло.